Дорожное происшествие, которое можно озаглавить как «сам напросился», произошло в воскресенье на пересечении улиц Лежневская и Радищева. Аварию запечатлел видеорегистратор водителя, следовавшего за виновником. На записи видно, что водитель «Лады» сначала нерешительно трогается на красный, а затем, в надежде проскочить, получает свое кармическое возмездие. По информации ГИБДД, в этой аварии пострадавших нет.